перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Shoutout Cole Simmons. Чё, как дети? Как в школе? Тюремным сидим. Альбом в октябре. Да, очень крутой праздник. Поэтому ждите. В общем, будет охуительно. Будет очень клево. Пиздец. Вы охуете вообще от того, что есть. Ну еще в ближайшее время, может быть, на этой недельке или на следующей, еще кое-что выложу для вас. Послушать. Шинигами все будет скоро, я пока занимаюсь делишками. Дружбан. Заебал. Я уже лучше стал делать. Не смеши меня, маленький мальчик. Дела вроде заебись. Сингл будет на ближайшее время. Самые пиздатые воспоминания из детства. Мы ходили с мамой есть пиццу. Вот мое самое пиздатое воспоминание из детства. Шинигами я приехал 2 дня назад. Да выпустим. Не буду вам говорить, во что я одет, вы не знаете таких вещей вообще. Да, будут работать с вокалом, заебали. Привет, сестренка. Какой последний фильм я смотрел? Ангста. Это «Страх» по-немецки, он 1982 года, и он охуенный, или 83-го, вот, посмотрите, прикольный. Если вам родители разрешают такие фильмы смотреть, конечно. Пинджачок, блядь, на работу устроился.
Эвьян. Вот с папин иду. Это кепка Famous Adonis. Передайте привет. Мне 27 лет. Я просто побрился, поэтому на маленький. I'm ugly as a boy, bitch! На кого я посоветую пойти учиться? На, блядь, на кота дворового. В детстве я хотел стать хирургом. Охуенное, да, желание. Котишка. Обожаю свой город, блядь, тут так заебись вообще. Татарстан. Гэнг. Что я слушал в детстве? Нихуя, что слушал в детстве. Фиты на вампире будут. Наверное. Фит с Биг Бэйби Тейпом? Спросите у Тейпа. Может и будет. А может уже есть. Какой я сегодня загадочный. Бит с Цоем я не буду выкладывать, потому что вы его спиздите, поэтому я дам его просто какому-нибудь хорошему рэперу, типа. Получал ли я когда-нибудь пизды? Я похож на человека, который не получал пизды. Это Шира дома. Твинстур тогда, когда приедет Брэндон в Россию. Пизды получать не стрёмно, даже полезно, я вам так скажу.
Альбом Six Like охуенный. Лин залетает, но нахуй Лин, нахуй все это дерьмо, блядь, не нужно. Оно не нужно нам, мы родились, блядь, без Лины, без всей этой хуйни. Ну. Поэтому прекратите спрашивать про наркотики, и это плохо, все заканчивается, блядь, всегда. Нахуй это дерьмо. Я ублюдок, да, ты угадал, парень. Сори. Пацаны, пожалуйста, не пишите каверы на вампиры, не делайте ремиксы, не перестаньте, не надо. Не портите такой хороший трек. Ну, типа, не, я понимаю, вы хотите что-то добавить туда, что-то свое, там, не знаю, я вас на что-то вдохновляю, но, бля, все, что я слушал, это пиздец, конечно. Полный пиздец, блядь. Вообще, просто пиздец, чуваки, это просто пиздец. Не, мне не жарко в Пензе, кайфовая погода. Ладно, я с вами еще пару секундочек посижу, пойду. Не, раз я уже рассказывал историю про трек.